Бизнес и наука решат вопрос дефицита кадров. В марте сдадут первые объекты межуниверситетского кампуса в Челябинске. Реализацию масштабного проекта обсудили на съезде Союза промышленников и предпринимателей. Какие главные вызовы ждут регион в 2024 году, узнали наши журналисты. Начну с итогов 2023 года. Он для промышленности и всего реального сектора экономики региона стал очень насыщенным, динамичным, результативным. Индекс промышленного производства по итогам года, это уже официальная статистика, составил 110,8%. Это выше аналогичного показателя по стране. Развитие можно в целом отметить и по экономике. Максимальные показатели по вводу жилья за всю историю региона. Больше 2 миллионов квадратных метров. Рост реальных зарплат и доходов на 10,7%. Увеличение оборота розничной торговли. Об этом губернатор рассказал на съезде Союза промышленников и предпринимателей региона. В течение года мы заключили 5 новых соглашений о взаимодействии, теперь их общее количество 22. Напомню, мы договорились о сотрудничестве с нашими коллегами из Свердловского союза промышленников и предпринимателей. За счет трехстороннего соглашения между промышленниками, правительством и профсоюзами был решен вопрос индексации зарплат на предприятиях. Теперь совместными усилиями, например, ведутся работы по проекту межуниверситетского кампуса в Челябинске. Кампус на сегодняшний момент уже в активной фазе своего строительства. В ближайший месяц мы сдаем первые две гостиницы, а второй и третий этап ведутся активная подготовка строительной площадки, поэтому все предпосылки для того, чтобы наполнять кампус содержанием, есть. Уже 60 компаний заявили о своем участии в проекте кампуса. Они будут помогать в создании лабораторий. В результате это поможет решить вопрос с дефицитом кадров на предприятиях. Президент вчера в послании сказал, что в сфере промышленности задач сегодня две, по большому счету. Это кадры и современные конкурентоспособные технологии. Вот то, чем нам нужно с вами заниматься для того, чтобы, так сказать, достигнуть результата. На съезде Союза промышленников и предпринимателей были подписаны и новые соглашения, например, по созданию лабораторий на территории межуниверситетского кампуса между автозаводом «Урал» и «Юргу». Дмитрий Бочко, Сергей Олейник, 31 канал.